Итак, друзья, приветствую всех. Утро в приюте. Вот он, ваш рыжик, которого я в предыдущем видео не показал. Что, рыжуль? Все, давай, здоровайся, все тебя ждали. У нас кормежка. Эти мои халёси, вы мои умные. Вы мои красавцы. Иди сюда. Ай, кобель. Марусь, привет! Как твои дела? Я ей тут раз от блоха глистов сделал. До сих пор что-то жирное. Но уже 3 дня прошло, сегодня купать надо. Лезет она, смотрите как. Что? Что, королева? Рыжик. Так, не надо. У меня здесь где-то щетка была, которой я их расчесываю. Ладно, давайте кушать. Куш-куш. Ай. Как я ненавижу этих муравьев, а? Этих. Мою каждый день. Сейчас, Маруся, сейчас. Каждый день мою, а муравьи все равно приходят. Так, я пока сюда положу. Кушать. Что, Марусь, сюда. Это раз. Это два. Серая, не отнимаю, Маруся. Это три. Серая, вот твоя. На. Три. Сейчас тебе тоже дам. На, чтоб цвет капуши. 4. Сейчас, друзья, сейчас. Я руки заняты просто. Да, я тебе доложу. Это серое у тебя отняла. Да, я тебе вот это полью соусом. Это 5. Хватит с них. Все равно сейчас только поклюют. И все. Кушайте. А я пока посижу здесь. В общем, хейтеры, любимые, которые писали, месяц стоило мне видео не выкладывать, уже написали: Самир приют распустил. Какой кошмар. Марусе я вторую пипетку сделал, я не знаю почему, на нее Адвентикс не подействовал. Я ей сейчас сделал натуралку. После Адвентикса у нее все равно были блохи. На всех не было, у нее как будто бы со всех к ней сбежали. Она даже себе, вы посмотрите, вон ушко расчесала до крови. Но это уже давно было, сейчас заживает. Я это обрабатываю, не переживайте. В общем, как-то так. Рыжик. Рыжуль. Рыжика откармливаю, если помните, он совсем худой был. Вот, когда пришел с гулянки. А так все нормально. Жара просто у нас. На солнце под 60, в тени под 40 бывает. Поэтому кушают они, хотите, не хотите, мало. Сухой корм вообще не едят. Так, Рыжик, только попробуй у Маруси отнять. Лучше попроси, ты свое не доел. Вон. Да. В общем, как-то так. Кстати, Рыжик. Нельзя. Расцвела еще одна лилия. О. Рыжик, только попробуй. Рыжик, у нее тоже не отнимай. В общем, отняла. Она пошла у него доедать. Ладно, ставим лайки. Пошел я все поливать, все мыть. Слива, кстати, спеет, вон висит. Вот здесь ее тоже. Это первый раз зацвела она в этом году и первый раз плоды дала. Кстати, это самая последняя лилия. Я оборвал пыльцу, когда она только распускалась. Ну, кошкам говорят же вредно, хоть у меня всю жизнь лилии были, кошки росли.
и жили, но на всякий случай, говорят, раз поэтому пыльца вредна. Вот оборвал сразу же. Ой, какой запах, как я обожаю лилии, как я их обожаю. Вот. Все, пошел поливать, пошел опрыскивать. Все, всем удачи и замечательного дня желаю. Рыжик, только попробуй у Маруси отобрать. Ладно, Рыжик, дайте новую. Да. На. Сейчас. У меня все в соусе остались, Рыжик. Рыжик! Нельзя. Куда мне тебе дать? Ладно, на. Ты так же свинья. Все, еще одну дал. Это называется «Хотел попрощаться». Это вечно за диетой следит, видимо. За фигурой. Чуть-чуть пожрет и все. Серая обалдела. Что это она к ней пришла? Обычно серая у всех все отнимает. Ай, комедия. Все ушла. Сейчас это доест за ней. Серая. Ты свое не доела, пришла у Рыжика отнимать. Да. Жирок. Ладно, все, серая. Вот видите, да, что творится? Да, Маруся, да, кушай, кушай, это папа рядом. Все, ладно, все, прощаюсь.